Здорово, народ. Здорово, пацаны. Всем приветик. Здрасте. Есть кое-какая мысль, кое-что добавить на сегодняшний стрим. Как вы думаете, что это может быть? Раскумары? Не. Это будет вебка. Головы. Раскумарьтесь, блядь. Гаску не хотите? Еще раз, всем здорово, всем привет. Вот вебка немного, вот чувствуется, что вебка включена. Вот чувствуется, что ты смотришь на меня там. Сидишь, смотришь. Смотришь, паскуда, тварь? Будет булку больше. Спортзал, быстро. Надо привыкнуть немножечко, свыкнуться с этой вебкой. Я ее не боюсь, вот вы увидели только что. Я не боюсь. Просто непривычно как-то. Надо привыкнуть к ней. Не плати больше за дополнительные услуги монтажера горничной. Пусть приберется. Че ты лыбишься, нахуй? Ну че ты, блядь, лыбишься? За красотулькой слева внизу. Позвал какого-то мужика с улицы, чтобы вот ночью мы записали, типа, это я на вебке. Это запись, это не стрим. Эй, боец, устал от Таркова? И хочешь залететь к своим друзьям в новенький CS2, но дядюшка Габен не дает купить тебе Prime? На помощь придет Steam, купи код Games. Эти ребята помогут приобрести абсолютно любую игру, доступную в Steam, вне зависимости от твоего региона. А сам процесс проходит легко, быстро и безопасно. Все, что вам нужно, это указать на сайте тот регион, который выбран у вас в Steam. Выбираем интересующую вас игру. Далее указать ссылку на ваш профиль Steam и вбить промокод Join Games, который сделает скидку в 10% для любой покупки. Дальше остается провести оплату и забрать гифт у бота. Вам больше не нужно передавать данные учетки третьим лицам, создавать новые аккаунты, покупать какие-то гифт-карты. При помощи данного сервиса вы можете приобрести игру на турецкий, казахстанский или российский аккаунт в Steam. Также бонусом вы можете авторизоваться при помощи Telegram или ВК и получить 50 бонусных рублей. И еще дополнительных 25 рублей за пост в ВКонтакте. А зарегистрированные пользователи сверху еще получают постоянный кэшбэк с каждой покупки. Огромный каталог игр Steam, самые низкие цены на всем рынке, а также невероятно быстрая доставка. Все это ждет вас на сайте Steam, купи код Games. Переходите по ссылке в описании или в закрепленном комментарии. И приятных вам покупок. А на Купикод проходит конкурс прогнозов. Пополняй Steam на сумму от 500 рублей, предугадай исходы матча из The International и забирай крутые призы. Также тем, кому не повезет с прогнозами, предусмотрена награда за усердие. Участвуйте и смотрите The International с еще большим интересом. Жевание реп, час здорово. Монтажер, мы же разумные люди. Я готов дать подсказку, как сбежать из подвала, если ты вставишь меня в нарезку. То есть ты помогаешь монтажеру сбежать, и после этого мне желаешь хорошего стрима? Are you fucking kidding me, bro? Кто вы? Сидите, смотрите по ту сторону монитора. Хихикаете, блядь. По-моему, плотная залутка пошла. Чел! Ну тут же ключи маяка, куда я засунул? Я в разные хуйни засунул ключи. Чтобы был стрим с монтажером. Я не знаю. Монтажер, сколько надо задонатить, чтобы ты разрешил мне поиграть с тобой? Деньги давай, блядь! Деньги сюда давай! Вот вы, кстати, думаете, монтажер в подвале сидит? Монтажер на меня работает. Чё там, моргни два раза, да? Поняли? Надеюсь, что-то важное. Надейся. Ну, есть пару интересных вещей. До скорого. До скорого. Это как в GTA San Andreas, чуваки просто стоят такие. Вчера литерали, когда читал комменты, чел задает вопрос: а как называется вот этот трек Ein Zwein Nefertiti? Я сижу такой, бля, надо ему не говорить. Это как если бы на треке Sandstorm чел бы спросил: подскажите, ребят, как мне найти трек Darut Sandstorm? Вебка шокальная? Она старая, блять. Не старая, а опытная. Привет, что за игра? Здорово! Бойцовский клуб 6. Ответный удар. Я вот тут задумался. События Таркова происходят в 2027-м. При лутании компа можно залутать DVD. А вдруг это не DVD, это, ну, новый гендер какой-то. Как можно DVD расшифровать, но чтобы это не было DVD? Иди это. Нахуй пошел. Хочется вот так вот просто посидеть, а нельзя. Одной рукой в Тарков не поиграешь.
Doctor, bro, I can't feel my legs. Help, help. Откуда вебка? Да на помойке сломанную вебку нашел, починил. Провокация. Убить любых противников в районе магазина Kiba Arms, используя АШ-12 на локации Развязк. Любых противников, то есть это могут быть не ЧВК. Сука, я не хочу бэшками по ним стрелять. Его не шотнуло. А? У этого патрона 140 урона. Он без брони. Чего? Может, он под Аленкой был? Аленка Пауэр. О, там, кстати... Там стреляют в районе Кибы. Мало мицумок. Я хочу, чтобы мне всегда максимальное количество мицумок здесь подкручивало. И минимум в двух была ледуха. А жареных гвоздей не хочешь? Я, кстати, немного разочарован. Было бы круто, если бы надо было убивать именно ЧВК в этом районе, а не любых целей. Так-то на ботах это делается. Ля, бля, черт крадется. Ну, по идее, регнет. Так-то, конечно, это труда не составит здесь 20 целей убить. А мы сидим, глядим в окно. Урони мыло на пол и заставь ботов поднимать. Хорошая идея. Джон, почему ты не в школе? Почему ты не в бане? Я не понял. Короче, это походу рейд с какими-то сыкунами. Тетрис не лутается. Два тетриса не лутается. Блять. Ладно. А думаешь, ты тетриса? Дефолтный лут. Пойдем на выход вместе лучше. Не-не-не, братан, у меня квест тут убивать надо. Меня-то они бьют, пизду. Ну ладно, ну иди тогда в другую сторону. К дырке пробегу туда. Ну ладно, давай, пробегай. Сука, дипломатией воспользовался. Хитрый жук. Ебать, как их тут много. Бля, ну вот этот рейд очень сочный по луту выше. Вон он, упырь! Прямо берцы! Почему они все сюда идут? Сука! Этот А-патрон, он вообще, блядь, дамажит. Ну, это Б-патрон, вот он убивает. Это есть ам-ням. Чё там, кстати? Давайте, пишите, убил трех ботов возле Кибы и радуется. Чё молчим, сидим? Пошуми, блядь. Зарядил Эшу и радуется. Решили сделать нечто серьезное, нечто выдающееся, если так можно сказать, в жанре, что может принести что-то новое, чем можно будет гордиться. Ебать, у него мотню порвало нахуй. И еще этот... О! Бот немножечко, блядь, делает ошибки в фразе «О, я сейчас пизды получу». Он говорит «О, кепка ебаная», должен говорить «О, опять пизды получать». Жиже, передай привет мамам актеров. Я отказываюсь верить, что мне кто-то актерил. Я не верю. И тут я взял ее за руку. И не поверил, живая, сука. Богиня, блядь, и не гляжу. А вот это, кстати, рейдский лай. Готовьтесь, карлики. Я это помню до сих пор, об этом знает весь мой двор. 30 секунд на то, чтобы поставить пополах по килле будет или нет. Бля, вот эти вупсини меня сейчас тормознули чуть-чуть.
Бля, килу въебали, но пела в ПВП тоже въебали. Обдай, ёбай! Unlucky. Просто фулл сервак кило фармеров. И брони ему еще раз ебали. Ну молодцы, молодцы. Писька на сиське, писька на писке 3.3. Тебя квест Аша убивать. Да, но мне свала зарегала. Там, короче, багуля у квеста есть. Ты можешь убивать с чего угодно. Главное, чтобы Аша на ремне была. Пацаны, да сладкие они, не ссыте. Вот сюда, сюда, сюда. Сюда! Клепает меня тут. А, подмагните. О, его регнуло. Тогда байтим еще на вот этого. А вот этого уже не регнуло. Вот, за вот этой, короче, за вот этой перегородкой уже регает. Биткоин? Не-не-не-не. Биткоин. В следующий раз приду, чтобы был биткоин. Ну как там с деньгами? Пиздец. Кто тебе задонатил мульт, что ты в утку подрубил? Монтажер. Монтажер сказал, типа, я в долг буду 2 года на тебя работать. Ты вруби вебку, пожалуйста, на стриме. И все, я врубил вебку. Но у меня что-то аллергия сегодня штурмует жестко. Я ее вырубаю периодически. Привет. Только зашел на стрим. Что за чел в левом углу экрана? Сын Ицика Цибера. Расскажи свое отношение к образованию, если у тебя вышка. Ну смотри, вышка — это полезная вещь. А вышка облегчает тебе поиск дефолтной работы. Если ты знаешь, чего ты хочешь. Если ты сидишь сейчас в шараге и думаешь, вот бы просто АФК дома сидеть, то нет. Лучше учиться. А если ты вместо шараги не АФКшить хочешь, а чем-то, ну, путным заняться, какой-то вот перспективой каким-то делом, то, наверное, лучше. Нахуй шваль уехала. Типа вот как-то так я к образованию отношусь. I kissed a girl, I like it. Сюда килу. 2 из 50. Lightweight, baby. Кило, вот он реально, он 90% случаев он будет вот в этом пролете. Блять, у нас чел в мантисе. Бля, очень плохо. Я левее от него стрелял. Надо было чуть-чуть правее взять, сука. Легкий тип был, вообще легкий тип. Я хуйню сделал. Очень малый процент остается прям вот навсегда. На самом деле Джаван не сидит сейчас в дурдоме с докторами, а думает, что играет в какую-то игру с вечной БТ и общается с подписчиками. Просто не помнит из Альцгеймера. Угу. Так и есть, так и есть. What the fuck? Что по регистрации? Привет, моргни, если держишь монтажер под ногой. Не-не, не моргать. Зачем я лут выбрасываю? Ну, типа, я кладу лут на землю, чтобы другие боты подходили, ну, лут подобрать с пола. Блять, как шатает эту хуйню. О, видишь? Вот я выкидывал тут предметы, и бот пришел что-то подобрать. Сука, сюда иди, блядь. Тварь в ушанке куда побежала, бля. Мне ластовый остался.
Да вы чё, блядь, охуели, что ли, ребята? Вот сейчас веселуха будет, сейчас мне надо говнецо всякое попрятать. Палка говяжьей колбасы, самогон и ТБшку. У нас, кстати, рейд с килой. Я вот не знаю, рашить килу или в своем темпе пойти, надеясь, что килу не зафармят. А, гоу за рашем. Надо пользоваться, когда кила есть. А, да? Бля, там уже СВТ-шеры флешки бросают. Пиздец, заспаунило нахуй. Бля, есть ощущение, будто его в папилоне уебали. Забейте нахуй, опять пока добежал. И убили, и залутали, и по ПВП-шались, и убежали. Да, они где-то в бургерных килу убили. Ну как там с деньгами? Монтажер, ты же понимаешь, что ты начинаешь стагнировать в плане фич. И звуков меньше смешных. И песен под игровые сцены. Тот же Неспы-то лучше делает. Ребята, домашнее задание слушаем. Сравнивать по частоте мемов, по количеству всяких там звуков, вставок, ежедневные нарезки и видосы, которые раз в 4 недели выходят. Братан, ты не считаешь как-то это? Как-то это, блядь, слегка странным. То, что Несп на свои видосы по 4 недели тратит, а монтажер каждый день видосы делает. Плюс формат, типа, ну, как, блядь, можно не понимать, что у меня формат это, ну, нарезки со стримов, а у Неспа это, грубо говоря, монтаж. Там без 5 минут цельный сюжет видоса. Понял? Угу. Козлины ебучие. О, у меня тут челик. Hello, I'm friendly. I no need to PvP. We chill? Yeah. Okay, I don't have my knife. I can't pull my knife. Джоин, ты что ли? Да. Ну, здорово. Я просто мимо пройду, окей? Okay? Расслабляйся, я квест сделаю на выходы. Что за квест? Да, с развязки выйти 7 раз. А похуй где, да? Не, я маякника делаю. Хорош. Мне тут надо пол развязки, блять, засрать колбасой, самогоном. Понятно. Че там, привет никому передать не хочешь? Нет. Рад, что тебе. Друзей нету? Друзей. Да нет, друзья, я как бы рядом могу. Ясно. Наберешь, как позвонишь. Я думал, он сейчас скажет, ну да, друзей нет. А чё, бля, должны что ли быть друзья? Я в Тарков играю, бля, какие друзья? Бля, надо, короче, реально фейковать свой голос, меня узнают. Мне вот такой вот голос делать. Или мне вот такой вот голос делать. Или мне вот такой вот голос делать. Ой, я не понимаю, вот машина, вот контейнер. На нем уже вышли. Так что, если на нем вышли, я не могу? А как, подожди, бля, а как это работает? А куда оно исчезает? Там же контейнер большой такой зеленый, куда он исчезает? А, да, комната красным горит. Что ж, КПП МЧС. Блядь, надо идти в новый рейд. Только я питание подал, и чел воспользовался этим. На крысичах. У меня борщик с капусткой, но красный. Всем приятного, гайз, кто будет кушать или кушает. Прикиньте, чувак питание подал и уже побежал на рампу. Да ладно. Реально подал питание и убежал. А чё мне теперь караулить эту хуйню внизу? Бля, мне выжить походу надо, прикиньте. Ебать, мне надо выжить обязательным условием. Сразу выход идет, нет, нет, сразу выход идет, я думал, я могу посидеть здесь просто, блять, там типов трое, наверное, пришло. Эй, земляк, мы стрелять не хотим. Сука, ну ты, блять. Это пиздобол, кстати. Соберемся на горе, пароль дымок. Давай, приходи, ты первый. Если я приду, тебя нету, бан. Бля, кило появился. Бля, мне что-то... Я почти уверен, он тут. Да-да-да, шоркнул.
Спать нахуй. Ебани! Лейт вейт. Блять! Fuck you, motherfucker. Я вообще нихуя его не слышу. Там как корова мычит. Я пью вермут, курю яшки, и мне похуй. Хорошо. Все, осталось пойти сдать квест этому дедусу и гг. Вполне неплохой. А я, кстати, так и не взял. Я ключи не взял опять нужные. Вот и шваль подзаборная. Не прошло и... Ну, я вижу, ты снова здесь. 5 часов почти. Блять, дал бы тебе нахуй. Как бы, сука, принято. Ты потерялась там. Быстрее. Время дорого. Аккуратней на выходе. Скоро будет. Дам знать. Ага. Да, он меня бесит. За сколько побреешь монтажера? С расценками, пожалуйста. Пол мульта. Но самое, знаете, что забавное? Ты когда выбираешь между двумя айтемами, вот именно я про вот этот момент, когда ты не знаешь, что дороже, что дешевле, ты, сука, наугад, вот как назло, выберешь то, что дешевле, а не то, что дороже. Блять, выходи оттуда, сука, убью нахуй, блять! О! Свят, свят, свят. Мои друзья, он помахал мне. Если бы у тебя был мульт, за сколько бы ты его продал? За пол мульта. Не бухой, он бухой сидит. Ну да, вот пивко пью. Что не видно? Не, сегодня я вообще фул на чили. Мне просто даже банально впадло обеими руками держаться за девайсы. Я хочу играть одной рукой. Такой пивас уважаешь? Гринфилд. Задача на сегодня выполнена. Деньги чуть-чуть нафармлены. Дело сделано. Спасибо всем за внимание, спасибо за присутствие. Хорошо идем. Мы уже половину квестов смотрителя закрыли. Хорошего вам дня, хорошего вечера. На Твиче сейчас рейданем кого-то. Залутайте баллы ютубовским ББ. Кто посмотрел нарезку, тоже ББ.